В башкирском городе Салавате вспыхнула тепловая электростанция. Как выяснилось, пожар на ТЭЦ возник как раз, когда там шли ремонтные работы. К месту аварии сразу стали стягивать силы пожарных и спасателей. В результате ЧП никто не пострадал. К этой минуте возгорание уже ликвидировали. Причиной аварии стало нарушение правил безопасности при ремонте ТЭЦ.